В эти минуты в Московской области на аэродроме Черноголовки проходит двоеборье «Нива-Трофи». Ровно 40 лет назад, 5 апреля 1977 года, сошла с конвейера первая серийная «Нива» ВАЗ-2121. А к этому событию и приурочено двоеборье. Это легендарный автомобиль, также он продавался под маркой «Лада 4х4». Но интересно, что в начале 80-х годов 80% выпущенных «Нив» стали отправлять на экспорт, они ценились за границей. И, кстати, «Нива» стала единственным советским автомобилем, который продавался в Японии. В соревнованиях примут участие более 20 экипажей. Главный приз – 40 тысяч рублей. Двоеборье предполагает соревнования в двух дисциплинах. Это кольцевая гонка и классическое GPS-ориентирование на территории лесного массива. Кольцевая гонка по пресеченной местности будет оцениваться по бальной системе и зависит от времени, которое покажут экипажи, покажут участники. А для ориентирования гонщикам выдадут список GPS-координат. И победитель будет определяться поэтапно по результатам двух состязаний – кольцевой гонки и ориентирования.